Всем привет! Сегодня мы хотим познакомить вас еще с интересным продуктом. Может быть, кому-то будет интересно. Это для детей. Такие жевательные таблеточки с эхиноцеей, витамином С и цинком. Очень хорошая вещь. Gummy King. Компания американская, которая изготавливает и полезные вещи. Они без желатина, если для кого-то это важно и принципиально. Растительная продукция, она подходит для вегетарианцев. Она сертифицированная, очень хорошая. Эхиноцея с витамином С и цинком от Gummy King представлена в 6 разных натуральных фруктовых вкусах. Там клубника, лимон, апельсин, виноград, вишня, грейпфрут. Их можно выбрать абсолютно разные. И она подходит для всех, повторимся, без желатина, если для кого-то это принципиально важно. Она является источником эхиноцеи, витаминов разных, конкретно витамин С здесь и цинк для детей. Производится из самых лучших качественных продуктов, по крайней мере, обещает компания, которая их изготавливает. У них есть хорошие сертификаты, которые мы изучали, смотрели на их сайте. Мы заказывали их тоже из Америки, с одного сайта. Наши знакомые просто очень часто их используют для своих детей. Говорят, что очень полезная штука. Вот решили также взять, попробовать. Вот так вот они выглядят. Их здесь 60 штук. Рекомендуется их в качестве пищевой добавочки. Можно даже взрослым, ну, также детям старше 2 лет обязательно. Нужно разжевывать там около 2 жевательных конфеток. Если это не иногда, а в постоянном режиме вы хотите их давать, то это не более 10 дней, потом нужно делать перерывчик, чтобы не было перенасыщения. Поэтому мы рекомендуем, если вам интересно, мы оставим ссылочку в описании, где покупали, вы можете изучить, посмотреть, цена тоже достаточно доступная. Хороший такой интересный продукт. Но хотим сразу же предупредить, что здесь присутствует небольшое количество сахара. Это для тех, для кого это важно, или, может быть, по какой-то причине вашим детям нельзя сахар, или вы не даете. Вот, чтобы вы знали, что здесь есть небольшое количество сахара. Вот, ну, смотрите. Хорошая вещь. Мы бы рекомендовали. Вот здесь все описано. Витамин С, цинк, эхиноцея, сколько чего нужно. Вот. Выглядит вот так, опломбировано, запаковано. Будьте здоровы, и пусть будут здоровы ваши дети. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Мы будем рады приготовить для вас еще какие-то обзоры, делиться полезными продуктами, чего-то, что мы будем пробовать. Спасибо за просмотр. Хорошего дня!